приехали в Юрьевец. Едем на Сафовы острова. Вот команда в сборе. Вот капитан у нас. Толик Шумахер. Ну-ка, помаши, передай привет своей девушке. Привет, города Ивана. Мы в Юрьевце. Вон там Асафовы острова. Скоро будем. Вот такой порт. Вот видишь, процесс. Вот так готовят судно к спуску на воду. Если бы было много народу, он бы его бы из воды не вытаскивал. Вот уже поехали. Твоя укулелька скоро свалится. Идут волейболисты, которых мы хотели посмотреть, а уже все закончилось. Идем на посадку. Вот такие, понимаешь, райские условия. Ну, кто захочет, может быть. Как там? Сейчас, секундочку, я машину. Вот такая чистая зеленая вода находится. Вот так вот, по такой трясине, по такой болотине люди плывут, к счастью своим, вот к этим Гавайским островам Ивановской области, к Асафовым островам. А здесь вот такая срач, такой срач, да? Да. Жилые дома-то закапывают. Уйдем. Вот наш катер. Шестиместный. Водомерный пост гидромедслужбы СССР. Вот Толик. Вот еще два участника экспедиции. И вот самый главный участник в поисках счастья, жениха с Гавайи. Еще подвозит одно судно. Вот так мы лезем. Да. Где Толь, где? Тоже надо снять, да. Ну, в общем, поехали. А Сахольская где находится? Право. 25 км. А до туда сколько? Ну чего? Спортсмены. Образно тоже получится. А 6 человек. Лена. Класс. Ну все. Прощай, Юрьевец. Здравствуй, острова.